часто в сумке не хватает одной вещи. Можно найти, конечно, и большие щетки, но мне достаточно маленькой. Если у вас есть коты, кошки, то я думаю, что вы меня поймете. Когда вы собираетесь уже на выходе, стоите из квартиры, и у вас шерсть домашнего любимца прямо на одежде. Это не очень приятно. Но китайцы сделали вот такую миниатюрную щеточку. То есть, чтобы понимать, она очень тонкая. Даже нет, нечем померить. В общем, это просто такой лепесток. Вот. Это максимум, как она разлаживается. Ну и, соответственно, здесь у нас есть щеточка, которая собирает мелкий мусор, такой как шерсть, очень хорошо с вашей одежды. Это очень хорошая щетка в плане того, что она компактная, и в плане того, что она даже не воняет, как обычно китайские штамповки. На ней есть стрелка, указывающая, в какую сторону нужно ей проходиться, потому что только в одну сторону она собирает против щетины, а по щетине она будет просто заглаживать. Ну и как бы мелкие нюансы, с которыми мы сталкиваемся от китайского литья, легко устранить либо хорошим тонким ножичком, хорошо заостренным, либо же пилочкой. Вот и все. Весит она очень мало, место занимает очень мало, компактная, вполне таки хорошая вещь как для EDC использования. Всем, кому понравился обзор, ссылка, как обычно, будет в описании. Ну а пока, всем пока!